Добрый вечер. Сегодня рыбачили в трех пескарях, заехали вчера на сутки. Ночью поймали двух осетров. И клев перестал. С 4 утра начал брать карп. Поймали 8 штучек и одного леща. Ближе к днем, во время дождя, начал брать осетр. И после. Брал на селедку. Сходов было много. Рыбалкой довольны. Как результат, 10 осетров, 8 карпов и 1 лещ. Спасибо за рыбалку трем пескарям, администрации. Очень все понравилось, хорошо провели время, но сильно устали. Спасибо.